Нашумевший инцидент с незаконной выдачей справки в одном из СОНов Алматы обернулся выговором зампредседателя правления госкорпорации «Правительство для граждан». Дисциплинарное взыскание министр информации и коммуникации Даурен Абаев объявил сегодня на рабочем совещании ведомства. В госкорпорации заверили, что подобных нарушений больше не будет. Там внедряют новые механизмы защиты персональных данных. На повестке дня лишь один вопрос – безопасность персональных данных казахстанцев. Сегодня он актуален как никогда. Инцидент в ЦУНе Алматы вызвал общественный резонанс и подмочил репутацию всех центров обслуживания населения. В 10-дневный срок внести конкретные предложения по улучшению защиты системы персональных данных поручил министр информации и коммуникаций, поставив точку в вопросе дисциплинарной ответственности. Уволен специалист и руководитель отдела Алмалинского района. Ушел с работы директор департамента ЦОН по городу Алматы. Я думаю, этого недостаточно. Поэтому поручаю объявить выговор заместителю председателя правления госкорпорации, который курирует деятельность ЦОН Балташевой. Надо признать, что вот этот инцидент обнажил ряд проблем, которые требуют незамедлительного и системного решения. Поручаю каждое обращение или жалобу, связанное с получением персональных данных граждан, проверять индивидуально и взять на особый контроль. Конечно, понимаем, что никто не застрахован от ошибок, но цена слишком высока. Это доверие населения, которое мы не должны выпустить. Восстанавливать доверие граждан в госкорпорации намерены за счет внедрения новых услуг. Их ежегодно ЦОНы страны предоставляют около 33 миллионов. Треть – это электронные справки, адресные, о наличии или об отсутствии имущества, пенсионных отчислениях. Словом, по месту требования. Сократить бюрократию в госкорпорации предлагают за счет объединения информационных систем. Одним из первых проект реализуют с Министерством образования. Благодаря этому на следующий год в школах страны не будут требовать справки. Работодатели, да, то есть при трудоустройстве спрашивают, а принеси мне вот справки о несудимости, справку о прописке. В начале года планируем реализоваться вместе с Министерством информации и коммуникации такой сервис, что любой гражданин, если требуется от него такая информация, чтобы он вас не отправлял в ЦОН, да, то есть получите и принесите мне такую справку, он может сам указать ваш номер телефона и запросить ту или иную сведения. Это будет одноразовая генерация кодов. Это опять же разрешение, то есть вы дадите сами. Для того, чтобы этот механизм заработал, необходимо, чтобы граждане привязали свой номер телефона, свой имейл именно непосредственно к своему ИНу. Такая процедура с начала года осуществляется в ЦОНе в течение 5 минут. Акцент будет сделан не только на усиление программных систем, но и человеческого капитала. Обучению персонала необходимо уделить особое внимание. Сегодня на эти цели заложено лишь 2000 тенге на каждого оператора. Лаура Байбачанова, Ерлан Наурызбаев. Итоги дня.